Второй секрет устойчивости в движении. Движение к цели. Это тоже очень важная часть для того, чтобы сохранить устойчивость, когда вокруг бури, когда все бросает, когда все старается выбить тебя из колеи. Надо сохранить движение. Вот первый момент в этой фразе – это именно движение. Как велосипед, собственно, устойчив. Очень вроде устойчивая конструкция, но она на самом деле же абсолютно неустойчивая. Она устойчивая, эта конструкция, только тогда, когда она движется. И это тоже очень важная часть, вот, что должно быть движение, нельзя стоять на месте. И это относится ко всему. Это относится к тому, что мы не имеем права остановиться в духовном росте. Мы не имеем права остановиться в эмоциональной крепости или крепнуть эмоционально, воспитывать свои эмоции. Мы не можем остановиться в интеллектуальном росте. Мы должны постоянно двигаться в духовном отношении. Это очень непросто, потому что я знаю как бы достаточно много братьев, которых я побуждаю: «Братья, давайте вот учиться, давайте что-то делать». А они мне говорят: «Да нет, вот мы пропустили время, вот уже я никогда не освою компьютер, я никогда не смогу пользоваться этой новой технологией, я отстал от жизни». Это неправильно, я не верю в это. На самом деле мы должны идти постоянно вперед, независимо от того, сколько нам лет, независимо от того, какая была подготовка. Да, скорость может быть разная у каждого, но движение и в интеллектуальном, и в эмоциональном, и в духовном плане должно быть постоянно. Если не будет движения, значит, будет неустойчивость. Это тезис, который я видел на практике много раз, который, собственно, подтверждается и Священным Писанием. Потому что следование за Христом – это движение. И если мы действительно следуем за Христом, то мы должны пребывать вот в этом движении. Причем движение не куда-нибудь, не вообще какое-либо движение. Движение к цели. Это тоже очень важная особенность движения. Мы должны видеть цели, двигаться к этой цели. И вот здесь я вспоминаю как бы наш опыт. Никогда мы не говорим, что судно или яхта плывет. Она не плывет, она идет. Ни один моряк не скажет, что судно плывет. Плывет бревно. Бревно плывет, а вот яхта идет. А в чем отличие, когда что-то плывет или что-то идет? Отличие как раз в том, что бревно не имеет никакой цели. Его несет по течению. Вот оно плывет себе по течению, и все. Ну, моряки еще более грубо говорят, я их не буду употреблять, так как моряки выражаются. Но достаточно, что вы меня понимаете, что надо плыть или идти. Это важно, понимать разницу. Если мы идем, это значит, что у нас есть цель. Мы понимаем, для чего мы живем, какая у нас цель, куда мы идем. И вот не просто абстрактная цель, что мы идем в Царство Небесное. Да, это правда. Ну, или все идут к Господу. Ну, все попадут к Господу на суд в конечном счете. Плывут они или идут, они все равно попадут. Но тогда, когда мы говорим, что яхта идет или судно идет куда-то, то это значит, что оно четко имеет конкретную цель, ясную, четкую цель именно здесь и сейчас. И вот это тоже очень такая важная особенность, которую надо нам понять. Потому что мы с вами, как служители, как пастора, как служители Божьи, должны понимать, что есть у нас какая-то особая цель. Я сейчас не говорю о конкретной цели жизни каждого, это тоже очень важный вопрос, но я прежде всего хочу остановиться на общей цели для всех. У всех христиан есть цель
ясная цель идти в Царство Небесное. Но пастора по сравнению со всеми имеют еще дополнительную, как мне кажется, очень важную цель. И цель, которую имеет пастор в личном своем развитии, это те дополнительные требования, которые предъявляются к служителю. Потому что все верующие – это священники, все верующие – дети Божьи. И это правильно, что мы все имеем как бы равное отношение к Богу. Но пастор, по сравнению с любым рядовым членом церкви, имеет другой уровень ответственности. Любой служитель, не только пастор, имеет другой уровень ответственности, а значит и дополнительные требования. Потому что раз ему даны права и ответственность, то значит есть и определенные требования. И эти требования вот часто выражаются таким латинским выражением «servus servorum Dei». Пастор – это раб рабов Божьих. Пастор – раб рабов Божьих. Все рабы Божьи, а пастор еще раб у этих рабов Божьих. Это такое очень точное, емкое выражение, которое, как мне кажется, правильно отражает нашу цель, что мы должны делать. То есть пастор – это тот, кто служит Христу, служа Его чадом в контексте общины. Вот так я бы определил общую цель у пастора. То есть это тот, кто служит Христу, мы все служим Христу. Но он служит Христу, служа чадом Его, детям Божьим, которые находятся в конкретной общине. И это цель, которую надо достигать в личном развитии пастора. То есть, фактически, надо научиться правильно служить. Если мы посвящаем себя на такое служение, то это уже один из основных залогов, я бы сказал, к тому, чтобы сохранить духовную устойчивость. Потому что тогда, когда есть ясное понимание цели, то даже удары, которые мы переживаем, переносятся легче, когда все посвящено Господу. Вот исходя из этой общей цели, собственно, надо было бы и построить каждому из нас вот то постоянное развитие, о котором я говорил, чтобы развивать все стороны своей личности. То есть необходимо обратить внимание и на духовность, и на интеллект, и на эмоции. Если мы вот так более целостно будем подходить к духовному развитию, не только сводить духовное развитие, допустим, к молитвенной жизни, к посту, это очень важные, хорошие инструменты, все это очень нужное, нужные вещи, но это то, что мы, в общем-то, хорошо знаем, и часто мы к этому только все и сводим. Думаю, что этого недостаточно для того, чтобы сохранить устойчивость вот в эпоху кризисов. Особенно, еще раз подчеркиваю, устойчивость служителей в эпоху кризисов. Необходимо обратить внимание на разносторонние вот, элементы в развитии личности. Ну, и здесь, конечно, надо бы еще задать несколько вопросов себе. А что такое вообще целостность? Вот если я говорю о целостном развитии личности, что такое целостность?